в Нахчиване, прошли курсы подготовки снайперов, в которых в качестве инструкторов приняла участие группа военнослужащих вооруженных сил Турецкой Республики. На этих курсах личный состав отрабатывал умение действовать в условиях тяжелого климата и труднопроходимого рельефа, демонстрируя при этом отменную выдержку и высокую физическую подготовку. Как передает армия АС со ссылкой на Нахчиванас, в пресс-службе отдельной общевойсковой армии сообщили, что во время курсов снайперы выполняли стрельбу по мишеням, расположенным на разных расстояниях. По окончании курсов состоялась торжественная церемония, на которой прозвучали государственные гимны Азербайджана и Турции. Затем, перед участниками церемонии, с речью выступили офицер отдельной общевойсковой армии, полковник Тихран Мансимов и старший сержант вооруженных сил Турции Мурат Байрагдар. Они рассказали о том, что очередной курс стал еще одним примером дружеских и братских отношений между нашими странами. От имени выпускников курсов с речью выступил младший сержант Видади Мамедханов, который отметил, что на занятиях снайперы отточили свои навыки по наблюдению за целью и точному ее поражению в условиях труднопроходимой местности и тяжелых погодных условиях. Теперь, даже в самых тяжелых условиях мы готовы успешно выполнить любое боевое задание, сказал Мамедханов. Затем с речью выступил заместитель командующего отдельной общевойсковой армией, генерал-майор Тимур Эйюбов. Он поздравил военнослужащих с успешным окончанием курсов и отметил, что профессионализм, с которым подошли к проведению курсов военнослужащие Азербайджана и Турции, стал еще одним наглядным примером высокого уровня военного сотрудничества между нашими братскими странами. Отличникам курсов были вручены сертификаты и нагрудные знаки. Вот и все. Что думаете вы? Пишите в комментариях. Спасибо за просмотр. До новых встреч! Спасибо за просмотр. Поставьте лайк, и если вы не подписаны на наш канал, то подпишитесь.